в одном темном-темном городе, в самом темном-темном переулке, на ногах держись, жила красная шапочка. И однажды послала красную шапочку мама, которой у нее нету, отнести пирожки бабушке. Красная шапочка взяла пирожки. С мясом. Пирожки. Минус балл. С мясом. Человек. Как она съела пирожок с мясом? Она взяла пирожки с мясом и пошла в темный лес с пирожками. В темном лесу вдруг... Уйди отсюда. Издалека завыл волк. А там все страшно завыл. А у них стилетап еще, да? Совершенно неожиданно для нас всех выбегает рэпер Волк и говорит, красной шапочке. Выбегает волчара, здоровый, как бы чара. Шапочки, давай на шарик, где у тебя бабушка живет. Йо. Там через мостик, знаешь, где мостик там? Потом идешь, видишь там? На камеру надо смотреть, видишь там? Ну да, да. Потом там переходишь через реку, и там горшки повырять между направо, хочешь? И пошел хитрый волчок рэперок. Бабушке. Итак, а красная шапочка пошла гулять по темному лесу. Пирожки-то оставь. В это время... Красная шапочка пока... В это время серый волчара, здоровый как бычара, пришел в гости к бабушке. Он подходит к старому, очень древнему, ветхому дому, открывает дверь. Заходит. Дверь закрылась. И он проходит по пыльному, неухоженному, темному дому. И видит труп. О, бабушка! Очень добрый душой волк, чтобы не расстраивать красную шапочку, решил труп бабушки убрать. Видишь, Дима, у тебя очень такая роль сложная. Странный. Честно говоря, самый страшный момент был для меня, честно говоря. И притвориться бабушкой. Красная шапочка пришла к бабушке, открыла дверь. Ладно, понятно. Непростая шапочка. И подходит она к бабушке. И спрашивает у нее. Глаза большие. Почему зрачки большие? И говорит волчок рэперок, чтобы не спалиться, так сказать, да? Говорит. Чтоб тебя лучше видеть. Шапочка ты малышка. Кстати, бабушка тебе пирожков принесла, которые... Вон, мальчик! Не, подожди. Красная шапочка подумала, ну да, вроде бы, но... Красную шапочку смутили ушки. И красная шапочка говорит. А что тебе такие большие уши? Да, на базаре купила. И говори, йо. И тут красная шапочка поняла, что это не бабушка. Бабушка никогда не говорила йо, она ненавидела рэп. Привет, и она позвонила дровосеку. Алён, дровосек, ты где? Прибегает дровосек и устраивает кровавую баню. Я тебя стрелю.
Красная шапочка била ногами. А потом они взяли бензопилу. Но она не завелась. Они ее убрали в сторону. Я сейчас заведу. Не завелась бензопила.